Доброе утро, мои дорогие! Доброе утро! Вот прям доброе, прям, ой, тихое, солнечное. После вчерашнего, ну, просто рай на земле. Ой, сейчас читала комментарии. Зоя Иванушкина написала. У нее 60 кустов роз. 60! Ой! Ой! Ой, какая вы труженица, Зоя! Ой, да с ума сойти. Я вон эти-то не успеваю обрезать. А сколько у меня их? Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9 у меня кустов. 60. Ну, это просто вообще в голове не укладывается. Ой. Ой. Я прям как представила, думаю, господи, сколько же это работы. Да. Спасибо, девочки мои хорошие, за поздравления с праздником. Спасибо. Только я даже и знать не знала вообще, что праздник. Ой. Ой. Девчонки, устала я, да, устала я от скопления народа. От вот этих всех движух устала. И сейчас прям отдыхаю. Все хорошо в меру. Мне еще столько всего разбирать. Мы в сарае-то вот разобрали. Но все по коробкам. Тоже так вот на проходе, не пойми чего. Тоже все надо разбирать еще. И вот это вот безобразие Витя вывезет на металл. А вот сколько вот этих всех веток, всего мусора вот этого. Ой. Работы мне хватит на все лето. Вчера сын перевел мне денежку, поеду сегодня за интернет платить. Ой, да за всякое. А то отключат, а мне какая жизнь без интернета? Никакой. Так что, ладно, просыпаюсь. Просыпаюсь и берусь за дела. Ой, как гранат цветет. Обалдеть. Ну что, включаем новый день. Поехали. Ой, сейчас дочитала комментарии вот эти вот, когда мои уезжали. Ой, мои вы дорогие, а. Со мной вместе плакали. Господи, девочки. Вот ничего не буду говорить. Единственное, спасибо вам, что вы есть. Спасибо, мои дорогие. Ну все, я сама вот. Ой. Сегодня я выгуливаю янтарь. И вот скажите, что это не янтарь. Абсолютно. Даже никому в голову не придет,
что тут янтарь, а вот это не янтарь. Выгуливаю. Видите, как одела сверху на рубашку, чтобы к телу не прикасалась. А ну, как кому-то захочется. Ну, собственно, для этого и одела, чтобы продемонстрировать. Ну, так, конечно, на голом теле лучше гораздо, но ладно. Вот. Еду на цыганский рынок. Но сегодня цыганского рынка нет, он в среду. Мне надо и за интернет заплатить, овощей купить и таблетки купить. Так что там в одном месте. Надеюсь, что деньги будут в банкомате. И тогда мне вообще больше никуда не надо. Вышла и обомлела. Надо ж так покрасить магазин. Господи. Ой, люди, что ж вы делаете? Такое сочетание, даже не знаю, в кошмарном сне не приснится. Называется, я слепила из того, что было. Вот. Вот это вот цвело шикарными розово-бордовыми какими-то цветами обалденными. Не знаю, что это, как его зовут. Вот не знаю, я говорила вам, нет. Купила когда-то, не знаю, мне кажется, года два назад, наверное, в электричке московской, вернее, подмосковной, к Марине ехала, купила вот такой вот пятновыводитель. Девчонки, такая вещь замечательная просто. Просто вот карандашиком этим потер пятно. Ну, такой вот карандашик. Я такие пятна отстирала у Сашки. Это просто. Замечательная вещь. Ну, наверное, может, и в магазинах продается, но... Тамбов делает. Ну вот мне попалось вот так вот в электричке. Вот. Ну а я сегодня что, съездила, заплатила за этот, за интернет. Вернулась. И не знаю, девчонки, что случилось. Вот не хотела ничего снимать. Вот боюсь, как бы есть такая вещь. Ну, не вещь, конечно, а состояние, что ли. Вот когда человек работает, ну, а его не ценят, да? Ну, вот. И, да и вообще от работает, и наступает такое профессиональное выгорание. Вот я помню, Алинка 10 лет отработала в риэлте и говорит, все, я больше не могу. Больше не могу. И я боюсь, что как бы у меня... Может, просто устала, может, отдохнуть надо. Я весь июнь-то вон по 3-4 видео выкладывала. Не знаю, но прям вот
Вот сейчас взяла камеру, потому что просто пятновыводитель это увидела, думаю, скажу девочкам. Может, ничего, может, правда, просто правда устала. Ой, ладно. Ну, а так все белье перестиралось. Кроссовки Костина постирались. Даже перчатки постирала садовые. Пересадила 2 табака, надо остальные. Ну, в общем. Да и так, там что-то сделаю, оттуда туда унесу, оттуда сюда принесу. Вот кошаки бегают. Вон они, товарищи. И куда это вы идете, интересно? А? Молодые. Подростки. Забыла вам снять мою акацию ленкоранскую. Вот она. Вот видите, как она к вечеру листочки сворачивает. Спать ложится. Выросла за эти 6 лет вообще. Тоже ведь была небольшая. А теперь вон ветки на крыше лежат. И тут, и тут. Вон вчера этим ураганом как-то ее... Вон какая. Яркий какой цветок прям. Ой. Ну вот это первая расцвела. Остальные еще пока никак. Ой, мне сейчас звонила Лена по WhatsApp из Кузбасса. У них уже ночь давно, 4 часа разницы. Ой, так поболтали с ней. У нее день рождения. Так что, Лен, еще раз поздравляю с днем рождения. За жизнь поговорили. У меня аж картошка сгорела. Ой, не могу. Так что вот так вот, мои дорогие. Это видео, ну, этот кусочек я сняла уже после того, как с вами попрощалась. Вон, видите, солнце-то уже село давно. Вот. Но я его вставлю перед тем, как я закат снимала. Потому что уже когда попрощаюсь, уже все отключаются, никто дальше не смотрит. Вот. И представляете, вот разговариваем, да, с ней. Никто никого не трогает. У нее собачка, спаниель. Нет, подошли какие-то быдла, вот эти молодые, поддатые. Собака начала хозяйку защищать, гавкать. Как разорались вот это. Ой, хамы, хамы, матом. Сейчас тебе голову отрежу и твоей собаке. И вот, о, боже мой. А она молодец, такая спокойная. Я бы уже сейчас не знаю, что бы делала. Она молодец, вот это, говорит другу там, увидите этого молодого человека. Ну вот как люди, вот сами же подошли, сами вот нарвались, что собака заорала, и давай вот это, без намордника. У них там час ночи, уже, ну какие намордники, господи, только вот такие пьяные ходят. Я говорю, вот испортят человеку настроение, а. Паразиты такие. Хорошо вечером. Ну ладно. Ну что, мои хорошие, вот и вечер. Видео сегодня короткое будет. Я уже вам говорила, что-то я сегодня. Или у меня наступает такой вот стресс, что я одна, я не понимаю. Что-то как-то. Сейчас Саша звонила. Она завтра летит в Мурманск. Убегает от жары.
В Мурманске там 20-23, дождики. Она говорит, не могу, я так устала от жары, что и летать боится. И говорит, хочу в дождик. Я говорю, ты поснимай там хоть, пришли мне летний Мурманск-то. Я говорю, а я покажу своим. Забудет. Так что вот такие вот дела. Поставила сейчас себе две картошинки варить. Ой, продуктов-то у меня. Мне тут понаставляли. И бекончики вкусные всякие, жирные, которые мне нельзя. Ой, одни соблазны с ними. Саша сейчас должна выложить видео. Когда она ездила в Порхов-то, уже сколько прошло-то? Господи, все обещала видео смонтировать. Говорит, сейчас выложу. Сама посмотрю. Самой интересно. А то все, что сама снимаю, уж надоело. Вот. Ладно, зайки мои, давайте, пусть у вас все будет хорошо. Без переживаний каких-то, ладно? И не болейте, пожалуйста. Держитесь. Больше нам ничего не остается. Ой. Я сейчас поем, досяду, чего-нибудь поделаю. Меня обычно начинает вечером раздирать. Руки чешутся, что-то делать надо. А вижу плохо при таком свете. Но очень хочется. Вот. Так что давайте, мои золотые. До завтра. Всем хорошего вечера. Спокойной ночи. Ну и пока-пока.